Сейчас. За ним Далама. Дал! Давай. Давай. Саш, ты мне сделал, зайчик. Кирилл, ты что, опять придешь? Он говорит, что ты говорил, да? Кого? Сколько ты заказал? 130 следующий. Где? Покажи мне. Я 125. Давай. До свидания. Там все равно сказал снимать побольше. Это Быстро, время идет. Дал. Денисов за ним выходит. Я тебе сказал, что уже до свидания, ты понимаешь? Ну то до свидания, уже 5 минут прошло, ты заказываешь. Дал! Да я отдыхал. Давай! Дал! Давай, Мик. Давай. Сезон вам готовится. Давай.
Говори. Говори быстрее. Вес нельзя. Чай! Да! На 200 не пойдешь, Гей. Давай! На 200 не пойдешь. Давай, Дани! Давай! Да что ты делаешь? Ну, может, и приснилось, конечно. Это я сейчас на соревновании. Здесь он не работал. Я не говорю, что будет. Я говорю, что меня позвали, но я не буду. Ладно, давай, ты меня некогда. Крутишься. Давай! Я козел. Вот что, на все. Да иди внимательно, как раз уже почти зал. Сейчас, даю. Давай! Давай! Сколько? Давай! Стоять! Стоп! Без готовки.
Верю, тебе вызывается на прогноз. Ну только не расписывай. Тяни, давай, давай. Даун. Нельзя. Давай, Саша, давай. Работай, последний. Нет. Тяни, давай, тяни, тяни, пошел. Даун. Тяну! Можно, Слава? Давай, можно, да? Давай! Фонаришки, Антон. Давай, 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 давай! Держать! Дам! Без диагноза на помост. Слава Богу, что есть упражнение от этой травмы. И никаких таких приключений не было. В весовой категории до 82,5 килограммов второе место занял Верютин Дмитрий Горлов. Первое место занял Губин Александр Горлов. Награждение проводит заслуженный тренер Украины, главный судья соревнований Лапиков Владимир Константинович. Спасибо, ребята. Третье место в весовой категории до 90 килограммов занял Ивлев Роман. Второе место занял Нехаев Константин. И первое место занял Скрипник Денис. Весовой категории, спасибо. Сейчас наградит Владимир Константинович. Фото на память, если... Постой, пацаны, постой. Третье место весовой категории до 100 килограммов занял Минаев Александр. Второе место занял Шмулич Вячеслав. И победителем стал Погорецкий Евгений. Подведены итоги командной борьбы. Третье место в общем командном зачете заняла команда города Донецка с результатом 230 очков. Юра, становись, давай, 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 давай. На третье место. Второе место заняла команда города Красный Лиман с результатом 315 очков. И первое место заняла команда города Горловки 350 очков. По итогам соревнований будет отобрана сборная команда Донецкой области, которая в апреле месяце выступит на юношеских всеукраинских играх в городе Калабуя. Спасибо большое, не забывайте ничего.
Счастливого пути. Спасибо большое, ребята.